Здравствуйте. Рад приветствовать всех граждан, посетивших мою страницу. Вы попали по адресу, так как сегодня я научу вас зарабатывать в интернете от 50 тысяч рублей ежедневно. В начале этого видео хотел бы сказать огромное спасибо просто тем гражданам, которые уже зарабатывают по моей рекомендации на ребрендинге. Спасибо вам за ваши комментарии, за ваши теплые слова в мой адрес. Я искренне рад, очень рад, что сумел помочь вам зарабатывать в интернете. Итак, давайте сразу приступим к делу, и по ходу того, как я буду показывать, что и как нужно будет делать, чтобы зарабатывать на ребрендинге, уже буду более подробно вводить вас в курс дела. Значит, на этой странице, ниже размещенного видеоролика, нажмете вот на вот эту вот кнопку. И перейдете на проект, который занимается ребрендингом. Что такое ребрендинг, можете прочитать самостоятельно вот тут. Итак, для начала работы в данное окошко впишите желаемый логин для входа, а ниже в окошко придумаете и впишите свой пароль, после чего нажмете вот на вот эту кнопку. И потом проект синхронизирует ваши введенные данные и откроет вам доступ на ваше рабочее место. Как видите, это не занимает много времени, и вот мы находимся на нашем рабочем месте, то есть в нашем профиле. Значит, смотрите, поясню вкратце. Зарабатывать мы будем на ребрендинге. Ребрендинг – это непосредственно процедура, с помощью которой компания улучшает свой внешний вид, с помощью изменения бренда, либо слогана и так далее. Вот в данном варианте это компания как мастер мебель, которая представила два вида логотипа. И нам просто нажатием вот на вот эти кнопки нужно выбрать тот или иной логотип на наше усмотрение, который нам больше нравится. И основываясь таким образом на мнениях людей путем подсчета голосов, компания в итоге выберет для себя оптимальный вариант. Вот на наш выбор, который мы сделаем, за наш выбор, за улучшение компании, так сказать, за ребрендинг, мы будем получать с вами деньги. Вот выше смотрите. Выбор одного из этих двух логотипов компания перечислит нам 250 рублей. Тут думаю, что все понятно. Также хотел бы добавить, тут не только русскоязычные компании представлены, но и зарубежные. Если компания хочет, чтобы мы выбрали, по нашему мнению, лучший не только логотип, но и слоган, просто в данном случае тут только логотип представлен компанией, то компания платит нам больше. Если это зарубежная компания, то оплата гораздо больше будет, чем у отечественных. Итак, начнем зарабатывать. Но прежде, смотрите, вот баланс. Сюда будут начисляться деньги, которые мы заработаем. А вот количество заявок. Для того, чтобы мы оценили, сделали свой выбор, таких заявок на сегодня 53. То есть, сделав свой выбор 53 раза, нам заплатят небольшими суммами 53 раза. Но в итоге всегда получается заработок более 50 тысяч рублей в день. Тут я думаю, что тоже все понятно. Теперь давайте, наверное, начнем. Я сделаю выбор в пользу вот этого логотипа. Он мне просто больше нравится. Поэтому жму на выбрать. Итак, выбор я сделал. На баланс мне зачислено 250 рублей. И вот показано, что из 53 заявок на сегодня один выбор я уже сделал. Смотрите далее. На следующий выбор, который мы должны сделать сейчас, нам компания заплатит 520 рублей. Сумма больше, чем за первый выбор. Это то, о чем я вам говорил. Вот смотрите, под логотипами нас просят рассмотреть еще и слоган компании и сделать выбор и в его пользу. Вот ниже смотрите, сколько людей за сегодня уже сделали его. И я сейчас сделаю свой выбор. Нажимаю на выбрать. Вот и все. Выбор сделан. На моем балансе уже 770 рублей. И вот смотрите, далее нужно будет сделать выбор в пользу зарубежной компании. Без слогана, но за выбор данный оплата хорошая. Его я и сделаю. Вот на балансе уже 1485 рублей. И следующий выбор уже со слоганом от иностранной компании. И поэтому за данный выбор, за данный голос, так сказать, оплата еще больше. Значит, давайте так. Я сейчас ускорю видеоролик, быстро поработаю, чтобы не затягивать данное видео. Думаю, что все понятно и так. И вернусь к вам уже в конце, чтобы показать и рассказать о выводе средств и как его правильно делать. Итак, ускоряемся.
Итак, смотрите, мне осталось сделать последний выбор на сегодня. Его я сейчас и сделаю. Дождемся обработки, анализа данных, это не займет много времени. И вот смотрите, мой заработок за сегодня 52 371 рубль. Теперь смотрите, слева находится счет. Это мой личный международный счет на проекте. Чтобы мне вывести деньги на банковскую карту, мне сначала нужно перевести деньги с баланса на проекте вот на этот счет. Я работаю не первый день уже на проекте, поэтому счет у меня есть. Вот он. Вы же нажмете вот сюда, вот на эту кнопку, буквально за одну минуту получите свой счет. Для чего он нужен? Вот тут вот написано ниже. Я просто вкратце скажу, что когда мы работали, то мы обрабатывали и зарубежные заявки, и отечественные. От зарубежных компаний, в том числе, как и от отечественных. Поэтому для нашего удобства сумма на балансе в проекте показана нам в эквиваленте в рублях. Поэтому нам нужно просто перевести 52 371 рубль на счет, и с него уже можно будет заказать выплату на банковскую карту или электронный кошелек. Итак, перечисляем средства на счет. Сейчас все быстро переведется, буквально пару секунд. И вот 52 371 рубль у меня на счету. Теперь я их смогу вывести на свою банковскую карту. Вот тут в первом окне выберем удобный способ, или карту, либо кошелек. Я выбираю карту. А ниже впишите номер своей банковской карты или электронного кошелька. Дальше нажимаем на «Заказать вывод». Вот видим, что деньги выплачиваются на мои реквизиты, то есть на карту банка, которую я только что указал. Это также не занимает много времени. Вот и все, деньги выплачены в полном объеме, то есть ровно 52 371 рубль. Вот такой мой заработок за сегодня. Теперь давайте я открою вам свой кабинет онлайн-банка. Видите мой баланс карты, а вот ниже выплаченная мне проектом сумма 52 371 рубль. Так что, уважаемые граждане, на странице, на которой вы смотрите данное видео, жмите на кнопочку, чтобы перейти на сайт по заработку на ребрендинге и зарабатывайте так, как и я, и даже больше. Всем спасибо за внимание, до свидания.